Друзья, я всех приветствую. Computex официально закончился. Мы прямо сейчас выселяемся из отеля и мчим обратно на родину. Но он не закончился в моих видео. У меня еще очень-очень много материала. Я постепенно его буду монтировать и выкладывать. Сегодняшний ролик мы с вами заглянем наконец-таки на стенд XPG. Да, мы все дни там, по сути, были. Этот ролик будет состоять из нескольких дней. Там будет и часть первого, часть там третьего или четвертого. Просто еще разочек передам атмосферу всего происходящего, ну и, так сказать, подчеркну ту важность, то, что в данном случае у нас бренд XPG, меня и Аню сюда пригласили, поэтому, ну, им отдельная one love, это то, как производители стараются развивать свою продукцию в регионах. Звук в этом ролике будет не идеальный, как, в общем-то, и во всех, потому что я там еще с петлички писал, не судите строго. Кому что нужно будет услышать, я думаю, услышит. Приятного вам, друзья, просмотра. Ну и просто знайте то, что когда вы будете смотреть, мы уже будем лететь обратно в Россию. И, конечно же, там начнется новый этап, потому что эта маленькая жизнь под названием, скажем, Computex 2024 закончилась, но останется в наших видео. Приятного вам, друзья, просмотра. Друзья, всех приветствую! Безумный остров, безумный город, безумное мероприятие. Мы с вами на Computex 2024. И есть одна безумная девушка, благодаря которой, по сути, я здесь и оказался. Ее, друзья, вы могли видеть на лайв-канале. Кто-то ее уже знает и даже полюбил. Так вот, встречайте теперь на основном Элла XPG, руководитель, друзья, по развитию бренда в нашем с вами регионе. Невероятной энергии человек. Вот она! Всем привет, ребята! Я не Елена и не Алла! Это Элла с вами. Друзья, мы действительно на Computex 2024. Самое важное событие в сфере электроники. Вообще их всего два в мире. Это Лас-Вегас, CES, в начале января. И вот в июне, начало июня, Computex. В прошлом году это было впервые после ковида, после долгих там вот этих историй с вакцинами. Сейчас сфера AI, мы показываем, все хотят показать какие-то крутые вещи. XPG, в свою очередь, показывает все то же самое. Шучу! У нас будет несколько классных моментов, которые Даня подснимет, приглашенные продукты, все расскажет, покажет. А сейчас я хочу приоткрыть завесу, такую тайну, почему мы здесь, почему именно вот эта локация. Да, почему здесь, потому что посмотрите, какая огромная стенд, мы прям по самому центру находимся. В чем секрет? Дань, у тебя очень много выпусков. Все компании здесь, все, кто есть что показать, естественно, они шоу-офф такие. Ну вот, у меня есть деньги, у нас много уходит на маркетинг, но здесь 4 этажа, 1, 2, 3, 4, на 4 сосредоточены гиганты, прям монстры. Ну, ты уже сам заметил. И посреди, что вот West, вот этот вход, ага. Выход, да. Вон он. Соединение двух точек, именно вот эта локация, она вот где сидит эта девушка, ага. Это самое важное место, потому что отсюда идут все официальные лица, допустим, Хуан, да, шел, ты подснял его, все медиа стояли здесь, он вот так вот шел, и когда его фотографировали, а дата XPG была в кадре, поэтому здесь локация сытная, все идут и такие, ага. Что это за рыжеволосая 16-летняя бестия? Это Мира, и она прыгает. Ну, она классная, давай честно. Да, она офигенная на самом деле. Она реально очень крутая. Мне кажется, неважно, девчонка-то или мужик. Очень крутая. Да, это бесспорно, абсолютно. Можно вот так просто залипнуть в какой-то момент. Я залипла, если честно. Я залипла, я ее фанат, 4 сестры, вселенная, я хочу быть Мирой. И мини-спойлер, в сентябре Adata XPG делает конкурс на косплей Миры и ее подружек и сестер. Дань, не буду скрывать, что сейчас здесь крутится очень много бабла. Деловые партнеры. Вот откуда этот молодой человек? Хочешь, я любого остановлюсь, скажу, что ты здесь давай, забыл? Давай. Зачем ты? А, нет, не хочу, подождите. Ну,
вот Спалита идет, да? Я на самом деле хочу еще познакомиться, походить по нетворкингу, тоже посмотреть конкурентный анализ. Но сегодня не об этом. Сейчас в этом ролике, который смонтирует Даниил, наверное, без тайм-кодов, ребят, мы говорим о том, что стенд Азата XTG выделяется четырьмя зонами. Об этом дальше. Так, стоп. А еще такой вопрос перед этим. Скажи, пожалуйста, все-таки он очевидный, но почему для компании вот действительно важно тут находиться? Блин, ну это Computex, но это все равно, что представь. Еще, подожди, ребят, не придумала ничего сказать. Нет, действительно, это самое важное событие. Мой 8-й Computex, твой первый. Компания здесь выставляется. Компания Азата 23 года. Вот как, я не знаю, когда начался Computex, но с первого года здесь нужно быть. Это возможности, это партнеры. Все общаются. Вот посмотрите. Сейчас стенд более-менее не загружен. Вот, ребята, это мои коллеги, отвечающие за Таиланд. Вот Таиланд приехал на переговоры. Вот Лука Ди Фьори, который руководитель по продукту. У нас будет с ним интервью тут, да. Вот человек. Футболки, конечно же. Все тут крутится и валится. Дань, да это знаешь, как называется? Ажиотаж. Здесь такой маркетинговый всплеск. Блин, ну знаете, как долго к этому готовиться? Потому что разработка стенда занимает... Я вам хочу сказать так. Закончится Computex завтра, пятница, это последний день. И буквально через месяц наш маркетинговый отдел начинает бронировать на следующий Computex место. Потому что отели разлетаются просто. Ваши отели, ну прям по секрету, ребят, мы заплатили утроенную цену, чтобы поселиться. Потому что тут цены космос, билеты космос. Здесь так много людей, каждый год растет и растет. Потому что здесь самые передовые технологии, инновации. Я, кстати, посмотрела, как ты играл в теннис с роботом. Мне очень понравилось. Очень круто, прям классная тренировка. Ну что, друзья? Давай пятерочку, да. Лайки, огонечки, погнали! О-о-о! Мы погнали, кстати, да, друзья. Теперь я скажу два словечка. Сегодня третий день, когда я записываю этот ролик, когда он выйдет, я не знаю, посмотрю. Первый день я тоже поснял, там не идеальный звук, но у нас там действительно интервью с крутыми ребятами, которые рассказали. Сейчас я просто предварительно еще своим голосом вот так пройду, потому что тогда петлички не идеально сработали. И чтобы вы просто почувствовали вот эту атмосферу еще с моими такими привычными комментариями, конечно же, блин. Не знаю, ну просто очень круто, что есть возможность передать то, что здесь происходит. Представлены вот эти как раз в плане охлаждения, новая память, новые SSD-шки. Причем все сделано с упором как раз-таки в ЭКО, то есть переработанный пластик. Все сейчас используется, и производители хотят, чтобы, ну, вы понимали, что они заботятся о природе. Также парочку представлено новых SSD-х, которые... собственно говоря, будут заряжать ваши ПК. Там огромное количество скоростных... Это, кстати, самая маленькая SSD-шка на терабайт в мире тоже там есть. Мы ее потом отдельно посмотрим. Из крутых моментов, конечно же, корпуса, блоки питания XPG. Про это все. Тут тяжко протолкнуться иногда бывает. Также... Тут приставочка куда-то где-то тогда была, ее забрали, видимо, сейчас уже смотрят. Поэтому, друзья, вам, собственно говоря, приятного дальнейшего просмотра. Спасибо, XPG. Gina, this is Gina, marketing girl from Azata XPG. Даниил, ты сейчас будешь общаться с Мирочкой? Отлично, давай, давай. Mira, AI, and can talk with you. AR, Mira. Друзья, то есть это у нас искусственный интеллект, и в прямом времени она сможет со мной сейчас пообщаться. Да. Давайте попробуем. Давайте споем. Так. Спроси что-то. Hi, Mira, how you feel? I feel great. I feel great too. Okay. Hi, Mira, how are you feeling right now? Doing great. Thanks for asking. How about you? I'm great, thank you. Mira, how old are you? Nice question. I'm 15.
16 лет. Yes, exactly. Мире, оказывается, 16 лет, друзья. Ну да, все получается. Если тебе дома слишком скучно, то ты можешь с виртуальным ассистентом пообщаться. Спроси, у нее есть мужик? Мира, do you have a boyfriend? No, I don't have a boyfriend. Ой, у нее нету мужика. Nice answer. Ну все, понятно, что она амбассадор. Can you ask? Можешь спросить, почему у нее оранжевые волосы? Mira, tell me about why you have the orange hair. Red hair. Red hair. I chose coral orange because it reflects my vibrant personality. Nice. Ну что, она выбирает коралловый оранж. Мира, давай спроси, да, я спрошу у нее. Мира, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. How can I help you? Mira, okay, 1, 2, 3. Mira, do you know the best YouTube channel in the world, Happy BC channel? Happy BC? It's quite popular. Do you watch it often? I watch it every single day. Happy BC channel. Woo! Hello, George. Hey, nice to meet you. Yeah, my name is Daniel. So can you tell me, please, something about your RAM? Right, so this is our new Lancer Neon RGB DDR5. And it's the first DDR5 memory module in the world that is 60% RGB illuminated, number one. Right? Number two. It's the first RGB RGB DDR5 module in the world that's eco-friendly. Eco-friendly. So it's made of... So why it's eco-friendly? It's made of a recycled plastic. So it's 50% recycled plastic in the its heat sink. It also uses a roller printing process that cuts down on CO2 emissions. В общем, загрязнение уменьшает на 10%. Она еще, судя по всему, what about the temperature? Right. Three, it has a coating on its PCB panel that reduces temperatures by 10%. То есть имеет на как раз таки на PCB-шке, что уменьшает температуру примерно на 10%. So this is your flagship, right? The newest. The new it's one. New. It's new. Right. You already can buy it? Lancer Neon, so much to. So this will be out in June. In June, this month. June. Right. Okay, nice. So what can you tell about the PCIe Gen 5 SSD? Oh, the Project Neon Storm. Yep. Right. So this is a Gen 5 SSD, and Gen 5 SSDs run hot. It is. So this has a liquid cooled aluminum tube with like this, right? So the heat goes from the PCB to a aluminum heat spreader. It moves from the heat spreader to the liquid inside the reservoir. Ну, я думаю, да, тут, друзья, все понятно. То есть он сначала на крышку теплоотводителю, потом в резервуар с алюминиевой трубой. It travels through the aluminum tube, and two fans blow the hot air out. Ну, говоря, друзья, это выглядит вот примерно так. Very nice, very nice. So, eco-friendly DDR5. Right. So what else you can tell me about your product? Well, we can move over to the eco-friendly section. Let's go. Yep, nice. So all of these external hard drives, flash drives, these flash drives, they're all made of PCR, post-consumer recycled materials. So recycled plastics. Сейчас, друзья, получается у Adato XPG задача сделать так, чтобы все, что не используют, это пластик повторной обработки. And this EC600 is our new hard drive and SSD enclosure. It's the first enclosure in the world that uses recycled plastics. Ну, друзья, это so первый, uses up to 85%. Да, на 85% из заново восстановленного пластика впервые в мире такая штука есть. So all USB, RAM, this all eco-friendly. Right, all eco-friendly. That's nice. That's really nice. So what else? What else you can show me? Cases? Yeah, let's do. Let's All right. Let's go cases. Let's start over here then. Пусть расскажет про корпуса, что XPG-шки есть. So the XPG Invader X is XPG's pretty much their premier case right now. And this version, the classic Invader X version, won the 2024 IF Design Award. Выиграла награду в дизайне в 24-м году. And if we move over here, we'll see their Invader X BTF version over here.
очень интересно, друзья, вот так вот пройтись с человеком, который непосредственно занимается созданием продукта. So the BTF version has connectors on the back. Oh, nice. Да, so. So you get a very, very clean build. Это вот как раз таки материнская плата с обратными коннекторами, друзья. То есть у тебя очень-очень чистая сборка получается, абсолютно ничего лишнего. В этом отношении, да, это уже сейчас в трендах. То есть даже even the graphics card, right? Right. Даже видеокарты, вы видите, тут абсолютно нету никаких родов. То есть все абсолютно сзади, весь кейбл. So all you see is the AIO tubes. Только крысотрубки системы охлаждения, что очень понятно. Okay, in the middle here is the Invader X Mini, smaller case. And on the end, we have the Invader X Pro. So the biggest one. Right, well, it's because they've taken the top and the side panel and made it into one panel. This tempered glass. Right? Right, tempered glass. So it necessitates a higher back panel for the fans. Закаленное стекло, то есть со всех сторон, конечно, максимально. И тоже обратите внимание, подключение с обратной стороны. То есть все, друзья, по факту сейчас все идут к тому, что у тебя все будет сзади для максимально чистого вида. Да, очень круто, очень круто. Okay. What else? So did you guys take a look at Neo? Show me. Right. Да, пойдем. Расспросим все. So we can take a look at the... На смещу? Our AI computing section first. Mm-hmm. So with normal AI, large language models, it's run through the GPU. Mm-hmm. But here, we use our overclocked RDIMM 8000 to run, we're running Meta's Llama. So it's from Zuckerberg, right, Meta. Mm-hmm. And we're running that large language model offline through the CPU and the RAM. The OCR did. So the load goes from, we're taking the load away from the GPU and putting it onto the OCR did. Okay. То есть, друзья, они разгружают видеокарту и загрузку, у них какая-то технология, которая используется, using RAM? Right here. Mm-hmm. So the result's up there. Overclocking DDR5, то есть разгоном оперативка, которая влияет на как раз таки вот искусственный интеллект. Very nice. Okay, and let's move over here. Wait, they're filming. A lot of media. Yeah, everybody wants to see the Nia. So what is your favorite product that you're proud of? Oh, this year, just like everybody else, the Nia. It's lighter than you expect. Okay, nice. Yeah, let's see. The power supplies are just about power, right? So. So our fusion is 1600 watt PSU, right? 1600 watt PSU. Yeah, that's the biggest one. Yes, the biggest one, and it's fusion. In partnership with Delta Electronics, mm-hmm. And it has GN transformers inside, planar transformers. Ну тут как обычно core reactor, SFX совсем маленький. Right, so this is our first. SFX. Right. Первый SFX я тоже раньше не встречал. Это у нас PIM-Core, то есть для совсем компактных сборок, получается на 600 ватт около того. Вот такой вот облачок идет, достаточно круто. So the new one is this? Yeah, this is the new one. So this is half the size of that one. Ну, в общем, вот SPG есть абсолютно вся линейка блоков. Как и сейчас добавилось SFX, есть супер топовые, ну и, конечно же, просто классика жанра по типу реакторов. Okay, so let's go this way. Oh, we can go to see over there. All right. So this is what everybody wants to see. Who? This is the XPG Nia, right? The new handheld gaming PC from XPG. So can you just tell me something about it? So it's running an AMD processor. Mm-hmm. 还有什么？ 跟他讲。 This is our full new design. So as you can see, this is going to make it more ergonomic. So you can see the handheld device, but others it might be flat or very difficult to handle. But this one is fine. SPG Nia, да, они сделали очень эргономичный дизайн. Can you show me? Sure, yes. Okay. 这个产品太新了，所以我。当事情无法解释。对，我不知道它里面是装什么。
Это мини-тайчини. Ну, друзья, первая игровая приставочка вот такая вот. Вот XPG сейчас вообще в целом это тренды. Как ни посмотрю, практически все производители стараются хоть что-то подобное иметь. H1. И前半年. Да. Ну да, ты не должен башкой крутить, то есть экран подработал как тебе нужно. Я не знаю. Я знаю, что это очень легко. Он более легко. Да. Они полностью делали дизайн абсолютно каждой детали здесь в плане будущего. То есть он говорит, вообще можно для этого распечатать все, что ты хочешь, то есть это все взаимозаменяемые вещи, насколько я понял. Perruder, thank you so much. Okay, let's go this way. Yeah, let's go. Давайте у нас тут полноценный проход получается. Да-да-да. So, this, the SC920 has been out for a few years, and it's the first USB 4.0 external SSD. Now, USB 4.0, 40 гигабит в секунду. Now, the Legend 970 came out last year, but this is the pro version. And the good thing about this is there's no more SATA cable. So for the fan, so usually if you have a fan, you have to connect it to your you have to connect a SATA connector. So what we lowered the voltage of the fan from 5 volts to 3.3 because SATA is usually 5, and if you're going through your motherboard, it's 5 or 12 volts. But at 3.3, we can use the M.2 slot to draw power for the fan. Напряжение до 3,3 вольта, насколько я понял, с 5 теперь они там не используют дополнительный кабель, чтобы все это дело крутить в эти фанки. And our Project Neon Cool, this uses a graphene polymer material for its heat sink. So it's graphene and plastic, it's a polymer. And the good thing about this is that it's lighter than aluminum. То есть это более легкий даже, чем алюминий материал, соответственно. Dissipates about 80% of the heat, so it's not too bad. And it can be extruded in shapes that aluminum can't. Okay, so you can get some nice shapes from it. Like this looks pretty cool. Mm-hmm. Right? Ну, в общем, используют новый материал для того, чтобы неплохо охлаждает и при этом легче даже алюминия. And this is running these three SSDs. At the same time. At the same time. Ooh, okay, so the result at the end of the video. Mm-hmm. Ну и, собственно говоря, да, система, которая абсолютно все это одновременно запускает. Oh, and it's on a god. Так, ну, so we have a series of external SSDs over here, and they're all USB-C connectors. Ой, какой хушкет, самый маленький. So this can go right into your phone. Oh, look at this. Right, and this is the world's smallest. Самая маленькая SSD. You can flip it. It's USB-C and USB-A. It's the world's smallest double-headed external SSD. That's just amazing. And you can just put it in the phone? Yeah, you can just stick it in. Друзья, это самая маленькая SSD, что у меня еще на терабайт. Обалдеть. Wow. This one is fast. Yeah, this is really small. This is something you just lose, right? You buy it and you lose it. Какие скорости тут у вас? Так, у нас 600 метров, то есть она не супер быстрая, но зато очень-очень маленькая. Здесь пошустрее уже по 1000 мегабит в секунду SSD-шки. Да, ну, соответственно, вот такие вот прям по размерам. Самая маленькая, побольше, еще больше, и самая большая. Окей? Yeah, nice, perfect. Thank you so much. Кто сзади стоит? Сзади это мой коллега, это очень большой человек в нашей команде, он глава по продуктам XPG. Это XHP, X-Razer. Мы его захантили, чтобы XPG был еще мощнее. Да, Лука Ди Фьоре. На самом деле это итальянец, который очень давно переехал на Тайвань. У него жена тайванька, миксованные ребята, но этого человека всегда огонь, он живет этим. Его вот, он такой, о, Элла, у меня новый продукт, подержи. Допустим, у нас приставка есть игровая, теперь у XPG будут игровые приставки. Элла, я заколабился с Intel, посмотри, что мы сделали. То есть, Дань, вот ты такой же, у вас же есть это все в генах, да, у вас по венам течет вот это, вот, я не знаю, что у вас в голове, когда вы живете работой и своим делом, Дань? Ну, получается, электричество. Электричество, да. И сейчас мы дадим, Лука тебе даст эксклюзивное интервью. Ты можешь спросить, у него большая команда инженеров. Он руководит продуктами, сейлс-продуктами и продуктами по товару. То есть у каждого товара есть свой продукт, у каждого продукта есть сейлс по региону продукт. И Лука руководит и софтом, и хардвер. То есть это очень важный человек в наших жизнях, XPG-шевцев.
И он сейчас даст тебе интервью. Погнали. Отлично. Ты хотела сказать еще что-то про мерч. А, давай я расскажу, да. Узнаешь рюкзак? Ну, конечно, да. Да, у нас... А пойдемте еще вот так. Да, Миру мы пропагандируем везде и всегда, и помимо того, что она есть на корпусе, тебе дали уже интервью корпус с сагой Мира, да, нет? Да, я видел. Да, уже. Она у нас будет на периферии, периферию я как бизнес-девелопмент по XPG по России, мы не очень сильно хотим ее продавать, но мы видим, что очень большой интерес к этому персонажу, поэтому фигурки, жвачки, киборды, скейтборды, периферии, шейкеры, наша одежда, чипсы ты уже показывал на канале. Короче, Мира появится буквально везде. Но из-за того, что российский регион — это как бы отдельная история, мы нашли еще более интересные варианты, где использовать Миру, на каком мерче. Поэтому в конце второго квартала, это уже в конце июня, у нас будет что-то интересненькое на российском рынке с изображением Мира. Look at Diffiore. Right now you're going to say привет, Happy PC. Привет, Happy PC. Happy PC. Oh, Happy PC. Sorry. Давай еще раз. Давай еще раз. Привет, Happy PC. Нет, давай. Actually, wait, I saw their crate, right? Yes! The ones that they did exactly. The unboxing. Exactly, exactly. Yeah, yeah, yeah. Can you do one more? Привет, Happy PC. Okay. Привет. Happy PC. Идеально. Просто идеально, идеально. Только что с вами поздоровался глава по продуктам XPG. Luca Di Fiore. Luca, how many years you work in XPG? 5 years. Everything you see, все, что вы видите, это создается вот этим невероятным итальянским мужчиной. And Luca, this is Daniil Gerasimov. Daniil Gerasimov is super famous YouTuber in Russian Federation. His channel, Happy PC, 800k followers. I know. He has so many cool things to ask you, right? And I'm gonna be the videographer. Go ahead, I'm all yours. Да, все, весь твой. Ну давай попробуем. You can hear me properly, right? Ну что, друзья, у нас уникальная возможность что-нибудь хорошее спросить. So, the first question, because you look like a really happy person. I am. Yeah, I am. What about the most difficult stuff in XPG? What you hate the most? Like, what's your what troubles? Do I hate the most? Yes. What I get trouble the most? I can tell you, I'm the troublemaker. Oh, really? Inside the organization, I'm the troublemaker. You know, I drive marketing crazy, but they love it. And what's very difficult is actually coming up with good products in time and on quality. And I'm really happy to see that we're actually managing very well at Computex this year with our offering. Он говорит то, что самое сложное – это презентовать вовремя качественный продукт в данном случае. So what is your motivation? Like every morning you wake up and what, you know, moving forward? I've been living in tech all my life. I'm very passionate about technology. I'm a gamer, or at least I used to be when I had time. Sometimes I still game with my kids. You know, I love this space. I've been living in this space all my life since I was a kid for the last 50 years of my life. And so grew up with video games. I think this is a phenomenal space and I wouldn't trade it for anything else in the world. So what about the future? What is the next goal? You know, it's funny. A lot of the future obviously is related to AI. Everybody says it. But I think we are probably one of the very few gaming brands that has a better vision for it, because we have been working in machine learning and AI for 5 years. We have a lot of strong expertise in this field. And one of the demos that we're showing over there is a language model working quantized 13 billion parameters only from the CPU. This is phenomenally important because it works offline, right? You have your own language model working offline. Our goal is, when you're looking at our ecosystem software, you're gonna talk to it naturally and say, hey, I want you to change my RGB. Only when I play this type of games, I want this type of RGB, and then go back to 1600 DPI on my mouse when I quit the game. Wow, that's amazing. Before, you were not capable to do that. Most important is like, okay, my memory is not lighting up. Give me suggestions. It's gonna give you suggestions. It's gonna tell you step by step what to do. It still doesn't work. Okay, I'm gonna automate for you. Wow, right? Just a second. This is the future of gaming ecosystems, and this is what we're working very, very hard.
We have the language model working on CPU alone over there. We have Mira talking to you with the language models in the demo there. You can see where this is going. It's just a question of making sure that we train the model enough and that we are confident it's with the results. Time, right? But we're getting there. We're getting so close to this, and we're going to be able to have customers really go through a better experience, right? That's amazing. Just a second, I will explain. Да, может, я просто объясню, куда все движется. Сейчас все движется к тому, что искусственный интеллект, ты просто, по сути, будешь разговаривать с компьютером. Захотел себе сенсу поменять, ты просто, так сказать, говоришь, что это дело, какая-то проблема возникла, ты общаешься. То есть все идет к тому, что вот эта вся будущая система будет завязана как раз-таки на искусственном интеллекте. Это вопрос лишь времени и усилий, когда это все будет отдельно работать. This is magnetic, yes, but that's not the main thing about this. Magnetic, we have longer blades so that you don't have problems with fitting. Some of our competitors, we saw that they have problems where when you're screwing in different holes, you get some level of separation. But the key point is this. Today, this is a MCU, which is patented by us, mm-hmm. Where I can, so right now it's coming from the front, but I can reverse this, right? Mm-hmm. I can reverse this. And so now it's stopping and now it's reversing. Друзья, это вот запатентованный XPG, то есть получается можно в любой момент переключать и вертушка начинает крутиться в другую обратную сторону. Невероятно удобно, в зависимости от того, как ты устраиваешь себе поток, то есть шлеп, и она останавливается и потом начинает крутиться, получается, в обратную сторону. Now it stops, you need to press one more time to... Ага, и в обратную сторону, да? So green forward, blue reverse. But the key point is this. We have a microcontroller, we can control it by software. In the future, AI will say, hey, tell me what your... Actually, AI will know your chassis, your CPU, your memory, your configuration, and will reconfigure it for you, right? So Airflow, it will tell you, hey, try this Airflow. It's going to be better for you. In fact, it can switch the Airflow in performance, right? It's like, okay, my CPU is getting too hot, I'm gonna change the airflow from top to bottom, so I suck in more air for 10 minutes and then change it back, right? Да, друзья, ну то есть, чтобы вы понимали, искусственный интеллект будет управлять твоими вертушками в зависимости от того, как смотрит у тебя процессор там горячее, холоднее, он может направлять потоки по-разному. То есть, если, по сути, ребята из XPG максимально оперативно это сделают, у нас будет впервые вот такие вот функционал, который завязан именно на искусственном интеллекте и грамотно вообще планировать. То есть, можно свои мозги будет не включать, за нас будет думать машина. Can I say one more thing? This makes a happy PC. This makes makes a happy PC, right? Yeah, nice to meet you. Thank you so much. Right. You need to see anything else? Chassis? Yeah, we already covered everything? Already okay. Yeah, thank you okay. so much. Yeah. Thank you so much. Guys, more questions. Sorry. Let me ask you both. How many years you're in IT business? In IT business, since 1996, so almost 30 years. 12 years. Guys, do you have a goal? Where do you want to end up? How you gonna rock? Luca, what's that for you? My goal? My goal is to make every PC a happy PC. Yes, yeah, so you want innovative products, right? Like some whatever engineering, cool stuff, software, hardware, right? Yes, I think one thing that we do better than others is hardware and software really need to work together. Some brands get it better than others. Yes. Obviously, it's always a question of resources and time. True. But at the end of the day, I think we have better focus than others in this space. Yeah. So having, you know, one of the things, for instance, about NIA is... That's a category of product that is experience over performance, right? That's one thing that Nintendo does better than anybody else, for instance. And a lot of gaming is becoming a lot of that. And so, for instance, that's one of the reasons why we want to give something for modding. Modding is important. People likes to just play around with things, right? You know? That product, if it was for kids, then just buy a Nintendo Switch. But if you're an adult that wants to play around, want to 3D print everything, want to change a cable, you want to change a display, get that, because you get a free pass with us. Okay, thank you. And Daniil, what is your future goal, maybe after another 15 years? We've heard Luca to make a perfect combination of software and hardware. Я, безусловно, по-русски скажу. Я думаю, лучше это, когда можно будет
скрестить свою страсть к компьютерам вот с ребятами, которые занимаются просто созданием будущих технологий. Это действительно. Мы стараемся сделать все для этого возможно. Тебе нравится коллабиться, да? Безусловно. Давайте, shake hands! Hey! Thank you so much. Yeah. So great to see you. Yeah. Thank you so much. Вот такой вот у нас, друзья, бесценный опыт общения получился с теми, кто создает продукты, кто их продвигает. Я считаю, это очень круто, когда есть возможность прям лично у человека что-то спросить, поинтересоваться, когда он отвечает как раз таки за такие вот масштабы. Невероятно, очень круто. Поддержите, перейдите по ссылочкам, не знаю, подпишитесь на телегу XPG, на группу ВК XPG. Им будет очень-очень приятно. Более того, я наснимал большое количество крутых роликов. Мы с вами еще сходим в небоскреб Адаты, зайдем в офис президента, посмотрим там, походим по их музеям. Просто что-то с чем-то. Также посетим самую большую компьютерную мастерскую в Тайпее. В общем, много-много-много еще будет интересно. Оно уже будет выходить более спокойно, размеренно. И после того, как я, наверное, вернусь в Россию, поэтому тоже на всякий случай подпишитесь на канал. Знаю, что замучил вас роликами. Вот, но мне хотелось сохранить как можно больше информации, посмотреть, как разный производитель себя позиционирует, презентует и передать вот немножечко этой атмосферы. Не просто там в двух роликах, а прям вот каждый как, что он себя показывает. Спасибо большое, друзья. Увидимся в следующих видосах.